Металлические собаки, косули и быки. Златоустовский кузнец во время самоизоляции делает эксклюзивные крючки для одежды. Денис Ростовцев в карантин проводит время с семьей в частном доме. Там же есть мастерская и все необходимое для необычного творчества. У меня мастерская прямо при доме. То есть сам изолирован. Выхожу, чтобы время не терять, изготавливаю крючки. В окончании получается... Зубило, плоскогубцы, молоток – лучшие друзья мастера на время карантина. Небольшой железный прут кузнец разогревает до температуры 1200 градусов. Потом кувалдой разбивает один конец заготовки, второй пилит болгаркой. И через 30 минут получается вот такая авторская вешалка. Собачка, та же самая, да? Это лось. У нас ближайший город – это город Миасса. Да? Тут, допустим, логотип города Миасса можно так сделать. Это «Золотая антилопа», сказку все смотрели. Металлический зоопарк мастера дополняют быки, бараны и собаки. Все вешалки с мордашками Денис готовит к выставке на Бажовском фестивале. Хочу, конечно, к фестивалю подготовить где-то около 500 штук, то есть разновидностей. Вы видели разновидности, но я еще планирую еще ассортимент увеличить. Может быть, какие-то другие появятся еще экспонаты. Город Миасс. Сейчас в коллекции кузнеца около 80 экземпляров. Возможно, скоро появятся в линейке и вешалки с изображением коронавируса и медиков.